Добрый день, с вами я, Сон Штапец. Сегодня мы продолжаем рубрику построек. Ладно, к теме видео. А в этом выпуске при данном голосовании мы построим гараж. Так, для начала нам пригодится песчаник. И делаем стены. Песчаник, тесный песчаник, гладкий песчаник. Ставим все их в перемешку. Это если вы хотите сымитировать какую-либо там поломанность, например, гаража. Состаренность, но я буду использовать лишь гладкий песчаник. Итак, для начала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 блоков. У нас будет гараж. И далее 2, 3, 4, 5, 6. Затем здесь, сюда, еще один блок. Вот таким вот образом, чтобы здесь было 5 блоков расстояния. Тут у нас будет уже дверь. Ага. Так, с этого мы убираем. И здесь точно так же. Отсюда 1, 2, 3, 4, 5. Вот таким вот образом, чтобы здесь было 5 блоков. Это мы убираем. Данный гараж у меня будет состоять из сразу двух дверей. То есть здесь будет две двери. Чтобы можно было хранить две машины. Ну или даже четыре. Так, с 2, 3, 4, 5 блоков у нас будет гараж. А нет, 4. Так, далее делаем все стены в 4 блока. Вот так. А с семьей гаражная дверь напоминается кварцевая колонна, которую мы ставим вот таким вот образом. 3 кварцевые ступеньки. Вот таким вот образом кварцевая колонна снова. Затем здесь также кварцевые колонны. Вот таким вот образом. А затем сюда ступени. Сюда ступени. Сюда кварцевую колонну. И здесь у нас будет окна. Так, нет, не задний блок, да. Вот до сюда у нас будет окна. В 3 блока. И сюда кварцевые колонны. А затем сюда кварцевые ступени. Вот таким вот образом будет выглядеть наша гаражная дверь. Затем нам понадобится натяжной датчик. Так, я немного неправильно сделал. Тут ступени должны быть вот здесь. Вот таким вот образом. И здесь еще две ступеньки. То есть, как видите, это придает такой необычный дизайн нашей гаражной двери. Так, затем сюда ночной датчик, чтобы можно было поднять сюда парочку каменных кнопок. Вот таким вот образом. Ну и чтобы придать немного рельефа, продлеваем наши стены на один блок. То есть его должно быть 16 блоков. Вот таким вот образом. А следующую гаражную дверь мы сделаем поднятой. Для этого просто сюда кварцевые ступени. И кварцевые колонны. Вот таким вот образом. Так, и сюда также ступеньку. Чтоб туда можно было попасть. Так, ну и сюда ночной датчик. Так, с полом мы разберемся чуть попозже. Далее нам понадобятся плиты из замшелого каменного кирпича, камня, булыжника. Из каменных кирпичей также. И мы делаем крышу нашего гаража. Берем плиты, ставим их вот таким вот образом. Не вот таким, конечно. А вот таким. Я рекомендую вам использовать плиты из каменных кирпичей за основу или из камня. Итак, вот таким вот образом делаем нашу крышу. Угу. Затем сюда еще один блок упирающий. Чтобы это выглядело все красиво. Не так монотонно.
затем сюда. Тут также один блок. Затем здесь делаем аналогичным образом. И вот таким вот образом, поднимаясь буквально на половину блока, вы должны дойти до центра. И сделаем все точно так же. Вот так должна выглядеть ваша крыша гаража. Далее напоминается гладкий песчаник. И мы ставим его вот таким вот образом вот здесь. Так, правда, не здесь. Это мы возвращаем обратно. А здесь ломаем плиты вот таким вот образом. Так, это закрываем. И здесь ставим гладкий песчаник. Также вот сюда. И точно так же здесь. Угу. Так, это ломаем. Сюда также песчаник. И сюда песчаник. Так, сюда также ставим песчаник. Вот до сюда. Идем сюда, проделаем здесь все то же самое. Можно, конечно, сказать сейчас, что экстерьер готов, но осталась еще одна вещь. Вот так-то лучше. Ну а теперь точно переходим к интерьеру. Для начала сделаем пол. Для пола я рекомендую вам использовать либо кирпичи, либо гранит. Я, как видите, использую гранит в перемешку с полированным. Ну, правда, конечно, тут он не особо красивый. Я его сделал, что в хаотичном порядке. Ну, ладно. Так, машину я здесь строить не буду, так как вы не за этим пришли. Ну, давайте, допустим, у вас здесь стоит машина. Давайте предположим, что она в 3 блока ширину. И здесь вот, например, давайте вот, как многие машины делают, 1, 2, 3, 4, 5. Один здесь еще одно колесо. И здесь еще. Данный гараж рассчитан именно на 2 машины, а здесь у нас уже будут различные другие вещи. Поэтому примерно вот, давайте сейчас я даже посчитаю. Так, это случайно сломал. Ага. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Примерно за 9 блоков от начала гаража я вам не рекомендую ничего ставить. Предположим, что вот здесь стоит машина, поэтому... начинаем с интерьера. Так. Обойдутся железные люки. Парочку блоков. И сюда головы дракона. Вы можете немного повернутые сделать, например. Как видите, головы дракона очень похожи на аккумуляторы от машин. Так, далее сюда черный бетон. Вот таким вот образом поставленный. Как-нибудь хаотично. Сюда пару рамок. И сюда железные решетки. Сюда также каменную кнопку, а сюда железные решетки. И мы получаем вот такие вот колеса, которые пока что еще не использованы. Сделаем шкаф с помощью ткацкого станка. Черного знамени и красителя. Так, давайте сейчас возьмем краситель. Светло-серый, например. Так, ну и, конечно, черный. Во внутреннем убранстве гаража также очень пойдут мои декорации, которые я показывал в видео о строительных декорациях. Нам понадобится ткацкий станок, черное знамя, светло-серый краситель. Для начала светло-серый правый край. Черная кайма. Черную полосу сверху. И такую же снизу. Так. И такую же снизу, как я уже и сказал.
Так, затем следующее знамя. Уже с другой стороны. И проделаем все то же самое. Раз. Два. Три. Мы получаем пару дырок шкафа. Из черного бетона, который мы ставим вот сюда. Вот таким вот образом. Также, что еще вы можете сюда добавить? Давайте, например, добавим сюда стеллаж. Из строительных лесов. Вот сюда вот таким вот образом можете добавить стеллажи. Из строительных лесов. А, ну что еще на мытящики подойдут? Верстак, плавильная печь. И все в таком роде. Так, далее переходим вот сюда. Так, нам понадобится ступени из камня. Сам камень. Сейчас поймете зачем. Так, затем железные люки. Итак, далее отсчитываем отсюда. Раз, два блока. То есть, в теории, у вас будет здесь стоять машина. Ну, вот как многие машины же делают. Вот таким вот образом. Так, здесь ломаем пару блоков. И выкапываем вот такую вот яму в два блока. Вот таким вот образом сюда камень ставим. Затем сюда плиты из камня. Вот таким вот образом это ломаем. И сюда плиты. Угу. Вот так. Вот таким вот образом сюда можно добавить еще один блок. И затем сюда железные люки. Почти что до конца. И также серые ковры. А затем сюда ступени из камня. Вот таким вот образом. Затем падаем сюда. Сюда ставим плиты из камня. И вот таким вот образом мы получаем такую вещь, что сюда вот заезжает машина, а потом сюда можно зайти и там что-то починить. Я не знаю правильно, как правильно называется эта вещь. Но во всяком случае. Что ж, в принципе, наш гараж готов. Вот такая вот у нас сегодня постройка получилась. Что ж, ребят, ну а теперь наш видеоролик подошел к концу. А теперь ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. С вами был снова Айсанж. Всем удачи, всем до новых встреч, всем пока.